Сарой. Как вы уже поняли, я снимаю влог, но он будет довольно интересный, потому что сегодня у меня осенний бал. И в этом видео я покажу, как я, собственно, к нему готовлюсь, свой макияж, прическу, небольшой отрывок шопинга, как я искала платье, ну и сам бал, как он у нас проходит, поэтому... Думаю, вам понравится. Давайте поскорее начнем. Тематика нашего осеннего бала — это Голливуд. И знаете, я не очень долго думала над тем, кем же мне быть, потому что первое, кто мне пришло в голову, это икона стиля, красоты, киноиндустрии и просто очень популярная актриса Голливуда Одри Хепберн. И я думаю, что многие, особенно девочки, точно слышали о ней, а повторять я буду ее образ из фильма «Завтрак у Тиффани». Тем временем ко мне подъехала моя сестра Гайса. Привет. Мы вместе пойдем на бал. Правда, она никем не будет. Скучно. Пока я буду наносить тоник на лицо, я покажу вам небольшой отрывок, как я пошла на шопинг, чтобы купить себе платье для бала. Мы приехали в Мегу. Сейчас я буду искать себе платье для осеннего бала. Первый магазин, в который мы зашли, это H&M. Возьму померить воду. И она со скидкой стоит 5000. Мне кажется, это платье просто ждало именно меня. Оно осталось единственное моего размера, очень маленького. И ей цена со скидкой, оно стоило раньше 13, теперь 5. И я только зашла, и все, я его беру. Где вот эти Шанель были? Спасибо. Спасибо. Классно, конечно же, я не попала на сегодня. Всегда были стрелки и густые ресницы, поэтому сейчас я буду рисовать стрелки. Сразу говорю, рисовать их не умею, но постараюсь. Кажется, они разные. Вот само платье, которое я купила. Также я нашла перчатки, тоже купила. Конечно же, жемчужное колье. И для фоток еще возьму такой вот платок и очки. Газиза уже наклеила мне реснички. Осталась только помада. Я уже переоделась, и сейчас моя мама будет делать мне прическу вот такую вот, как у нее. Нам сейчас понадобится вот этот бублик, чтобы делать пучочек. Все, мы уже собрались и идем в Висентай-молл, чтобы поснимать видосики красивые и сделать классные фоточки. Мы пришли в Висентай, я взяла с собой очки, круассан и тому подобное. Сейчас мы будем фототься. Сейчас мы зайдем вовнутрь и перекусим. Поедем встретиться с моими одноклассницами, и потом мы вместе поедем на бал. Привет! Угадайте, кто? Давай, говори, кто ты.
Я типа Лара Крофт. Круче! Я типа Лара Крофт. Еще. Я типа Лара Крофт, да. Еще раз стрельни. Я. Алиса, ты кто? Элевен. Смотрите, у нее эгосы. И кровь из носа. Покажи кровь из носа. Мика, ты кто? Я Майкл Джексон. Да не я. Я Матильда. Еще громче. Матильда. А я букмарк. Да. О, прости. Еще раз, кто вы? Я просто букмарк. Они фотоются. Если я не выложу, я запинаю. Я больше вот такие не нравятся. Оставай, ты сейчас ударишься. Место. О, универ. Мне некуда его отдать. Видите, какие мамы крутые. Кто смотрел «Очень странные дела», тебя поймут. Те, кто смотрел «Леон», тебя поймут. Те, кто... Смотрел «Лару Крофт». О, нет, меня сильно. Вот мы дурочки, как я. Тебе вкусно? Салатик. Настоящий. Мы уже едем на бал. Правда, мы чуть-чуть опаздываем. Мы капец опаздываем. Подписывайтесь на мой инстаграм, Лашу. Блин, надо же тебе заплатить, да? Да. Мы уже приехали. Ярик, покажись! Посмотрите, какой классный! Сделай татуху. Офигеть, это очень круто. Привет, Савик. Ты никто, да? Да, я никто. Привет. Лужа. Привет всем. Вы кто? Говорите. Я не знаю. Кто ты? Акула. А ты кто? А ты Микки Маус, Минни Маус. Ну, почти. Позвольте. Ты с Алиной. Ну, Сара. Ладно. Ты кто? Привет, я Юна, я типа Моана. Я... Да. Только она современная Моана. Да. Ты такая красивая. Спасибо большое. Я Одри. Ты узнала Одри? Ну, да. Или ты не знаешь? О, слава богу. А то никто я не знает. Я сразу по сторис поняла, по сторис типа, поняла. Типа. Хочешь что-нибудь сказать? Beautiful, you know. Она не кто! Говорите, кто? Ты что? Ладно, 9-й БМ. Просто 9-й класс. Не спи, 9-й. Я-то ты кто? Я думаю, я просто убийца. Ничего особенного. Ты кто? Баран, просто так. Она баран. Я баран. Сэр, баран. Не вижу нифига. Классно. Ты никто. Я получше, чем Эдрик. О, Кишан хотел мой влог. А, да. Привет. Он привет, тоже подписчик. Никто. Лишь а ты кто-нибудь? За него. Он слишком классный. Вот, одень панду. Он панда. Ты что? Я Жан Рено, Леон. Он Леон, из фильма Леон. Шапка, где твоя? Артур? Тот самый? Он мафиосик. Посмотрите, ты кто? Шляпник. Это ультра круто. Покажи свой аутфит. И скажи, кто ты? Шляпник. Нет, по имени. Саша. Ты никто? Я никто. Ну ладно. Ну, у нас коронки, кстати. А Яру, ты хочешь сняться в моем влоге? Она тоже никто. А вы кто-нибудь? Никто. Ну, снежинка, ладно. Курю кальяны, и каждый день со мной тут футболисты, тот же Ганы. Не жизнь за праздник, только коммерс. Она Жасмин. Возможно. Вот, посмотрите, у меня голубое платье, она похожа на Жасмин. А я уже все сняла, потому что мне надоело. Правда, я уже убрала свой образ, пока только ты пришел. Только я не придумал рубрику, и со мной Бека. Скажи, кто ты? АХ. Как ты сделал татухи? Я нарисовал, точнее мысли. Капец, а волосы? Красил. Ты не покрасил? Покрасил, они синие. А вот, смотрите, у него синие волосы, он Тентасион. Да. Такой Бека джинсовку забыл. Бека, ты кто? Ты никто? Я. Бека Рикетир. А можно с вами? Да. Я снимаю влог. Как тебя зовут? Я босс. Он босс. Он босс. Я босс. Отправь их за мой стол, за косуки в тихое.
давай. Пошли отдохнуть. Там очень жарко стало. Где ты Гриса вообще? И лжал. Но надеюсь, мы не заболеем. Еще раз.